Идея объединения, на самом деле, она очень существенная, но действия разнонаправленные. И каждый понимает, что объединение необходимо, но при этом считает, что именно его направление самое весомое. На самом деле, на этих праздниках очень видно, что все эти ручейки сливаются в одну очень мощную и бурную реку. И получается, что мнения всех, они очень важны, они устремления очень благостные, и слившись в одно целое, приводит к еще большему усилению и укреплению духа, тела, понимания того, насколько нам необходимо объединиться с природой. Я же предупредила. Почувствовать себя, раскрыться. И направить свои действия на то, чтобы мы жили с любовью и в гармонии с природой. Вот для чего мы проводим праздники, которые многих нас делают большими друзьями, единомышленниками. И в целом хотим, чтобы эти праздники ширились, распространялись. И в это пространство втягивалось максимальное количество людей, желающих жить по совести и в гармонии с природой. Слава роду!